занимались оформлением подачи заявок на компенсацию в нашей детской библиотеке. Весь коллектив работал, и было подано 1200 заявок. Также параллельно работала и региональная библиотека, кроме детской. Они подали 1100 заявок тоже в программу «Ажитор Лакантор». На район Ульяловень s-au înregistrat minimum 3500 de persoane. S-au implicat 28 de biblioteci și 33 de bibliotecari. S-au adresat de toate tipurile categorii de persoane, mai mulți pensionari. La 6.40 eram deja în fața calculatorului ca să înregistrez cererile. Am lucrat și sâmbătă și duminică ca să reușim. Volumul de lucru a fost mult. С нашей помощью было зарегистрировано около 5000 человек. И если уже брать по отдельности на каждого социального ассистента, это выходит около 500 бенефициаров. А мне скосла импримата, фой день регистрари, ла компенсации. Шам чепу там бла, дин блок ан блок. Вы ла компенсации вас регистрат? Да ну да, у компенсации есть еще ку вы. Да, я сказала, я трекут сюда, там есть асидеи. Хайдите вы регистрируйте, кто звичайный. Дин блоку мил я регистрат, мне им плачу сажут вами. Каждый бенефициар приходил, просил, чтобы ему объяснили, как это будет проходить, какая эта помощь будет, в каком денежном эквиваленте, в каком размере это будет, их особенно интересовало. Население отвечало честно, добросовестно, в чем они нуждаются. Очень многие, например, сказали, нет, мы ни в чем не нуждаемся, и это правильно. В прошлом году не все знали, что надо подать заявление. В этом году была более широкая информационная программа. И люди были более осведомлены. Поэтому было большее количество бенефициаров. Și da, i-am înregistrat pe toți și toți când trec prin market, soțul și tot salut cu tine. Sper că nu știu la cum pasați, că nu salut cu mine. Nu toată lumea are competențe digitale în Republica Moldova și noi știam foarte bine acest lucru atunci când am lansat acest program de compensații. Prin urmare, fără intervenția și implicarea activă a registratorilor, nu am fi reușit pur și simplu să ajungem la cei mai vulnerabili. Suntem foarte recunoscători ca guvern pentru tot efortul depus de bibliotecarii și asistenții sociali în țara noastră. Pentru noi sunt agenția schimbării. Suntem aici pentru a recunoaște implicarea și mobilizarea exemplară de care ați dat dovadă, dragi bibliotecari și asistenți sociali. Efortul dumneavoastră a demonstrat că putem fi împreună ca și comunități. Очень многие люди благодарны. Ты платишь 3000 лей за газ, либо ты платишь половину. Это весомый вклад в семью. Я считаю, что, конечно, правительство должно заботиться о людях, иначе в этот кризис они просто не выживут. Deosebi lumea mulțumește că oricum avem pace. Și în comparație cu anul trecut, prețurile la gaz și la lumină s-au micșorat.